Друзья, всем привет! Вы на канале Владимир Шинарев. Вот меня просили снять, как будет работать измельчитель. Вот, измельчитель кормов Биг 103М. Вот, значит, я выполняю обещание снять ролик. Значит, в первом ролике, когда я делал обзор, я показал, как он измельчает лист. Меня попросили, как он измельчает сено. Вот сегодня я вам покажу, как я измельчаю сено. Вот привез я стадо сена специально для свою вермиферму. И сейчас посмотрим, как она будет себя вести в отношении сена. Ну что, включаем. Не забывайте, ребята, про очки. Что, друзья, вы видели, сколько пыли, поэтому я специально сел, чтобы ветром отбрасывало. Но все равно, крыса, чем сильнее ветер, тем было бы лучше. Ну что, теперь убираем машину. Что мы здесь имеем, ребята? Мы имеем вот такой пух, представляете, да? То есть сейчас второй раз пройтись, нужен ветерок, ребят. Поэтому повторим еще раз. Видите, как удобно придумал. То есть просто восторг. Прямо сама коробка, в которой она приехала, она сама как раз и повлияла, если оказалась прекрасным этим так называемым корпусом для этой штуки. Ну что, давайте. Ветерка жалко нету, надо дождаться ветерку. Ветерочечку дождаться надо, друзья мои. Ладно, посмотрим, может сейчас меньше будет пыли. Вот. Давайте. Ну что, посмотрим, что получилось. Убираем в сторону. Ну вот, уже у меня совсем другое дело. Совсем другое дело. Вот на второй раз. Ну, пыли, конечно, они. Вот. Так что вот такая штука, ребят. Так, давайте сравним с листом. Все-таки убираем это в сторону. Так, вставляем сюда. Я имею по пыльности тоже сухой лист. Ладно, пока уже я здесь. Так. Берем листопад. Работаем уже хвоя лист. Смотрим, включаем. Thank you.
везде. Здесь, конечно, поменьше пыли, там, конечно, ужасно. Сухой солом и пыль просто жуть. Ну, посмотрим, что листы хвоя нам дали. Видите, я палочки откидывал, но камни, слышали, наверное, да, удары? Это камни, к сожалению. Вот смотрите, что получилось у нас опять листовой, так называемый, лист и хвоя. Ну, я считаю, это очень хорошо, то есть очень мелко. Сейчас второй раз пройду, вот, и, в принципе, достаточно. Смотрите, какой праздник, смотрите. Сейчас на второй раз, конечно, пройду, она уже будет без палочки, проваливается так. Сейчас я принесу на место. Так, вставляем наше чудо аппарату, включаем аппарату. Второй раз. Ребята, обязательно в очках. В очках или в защитной маске, я в прошлый раз показывал вам, да? То есть выскакивает, ножи бьют так сильно, что так надо, во-первых, отдохнуться. Все-таки работа такая пыльная. Ну, ее сделаешь раз, потом у меня сделаешь раз. Потом у меня есть воздуходувка, я просто как пройдусь, как говорится, себя все сдую и заодно здесь все сдую, понимаете меня, да? Ну что, вот давайте посмотрим, что получилось, друзья мои, на два раза. Представьте себе, какой праздник, да? Просто праздник. Просто не придумаешь, лучше не придумать, просто. То есть настолько, он уже прям, ну, попадается, конечно, попадается от шишечки, ну, ничего страшного. То есть вот какая фракция. Вот, ну и солома, конечно, тоже солома, тоже праздник. Тоже мелкая. Солома тоже, конечно. Тоже. Пушок такой. Ну, пыльно, зараза. Ну, хоть смачивать, что ли, ее. Фух, даже сейчас пылит. Все, ну, вот. А теперь я вам покажу, как я после такой работы убираю за собой место. Ну вот, друзья, обещание свое выполнил. Снял я, будем говорить, ролик о том, как измельчитель кормов BIG 103M измельчает сено, конкретно именно. По зерну, я сразу скажу, зернодробилку, так называемую, у меня она другого типа. Она у меня мельничного типа, поэтому там очень мелкая фракция. Я тоже как-нибудь сниму ролик. Вот, поэтому я зерно дроблю. Зерно мелю по-другому для корма червям. Спасибо, что посмотрели мой ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх или вниз. Всего доброго вам. С вами был Владимир Шинарев. Вы на канале Дядя Вова «Жизнь в Сибири». До новых встреч. Всего доброго вам.